Добрый день. Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас будет очередная распаковочка. Получил часики Синоби. Можно назвать Шиноби. Сайт AliExpress с доставкой из Гонконга. Доставка была осуществлена за 2,5 недели. Доставка из Сингапура. Сейчас вскроем, проверим, что за часики. Взял их для подарка. Так, еще хотел вам напомнить, что 1 ноября ровно в 16:00 на канале пройдет розыгрыш. Разыгрываться будут вот эти часы. Вот эти часы. Не опаздывайте, друзья. Кто еще не участвует в розыгрыше, приглашаю. Еще есть время. Для участия в розыгрыше у меня есть ссылка на это видео, где проходит розыгрыш. Вот под этим видео надо написать комментарий, что вы участвуете, и сделать репост на то видео в двух, в трех или в соцсетях. Можно в одной соцсети. У кого нет соцсетей, приму так. Так, начнем, друзья, распаковочку. Вот, посылка пришла, вроде не помятая. Сейчас вскроем, проверим, что это за часики у продавца. Три цвета циферблата таких часов. Я взял синий циферблат. Есть белый и черный. Ссылочка на эти часы есть под видео. Так что можете пройти по ссылочке и посмотреть поподробнее. Часы так мне понравились. Для подарка пойдут. Отличный подарок. Так, вскрываю. Здесь заклеили скотчем. Наверное, скрывали на таможне. Вот, вскрываю пакетик. И смотрим, что тут есть. Больше ничего нет. Пакете. В этом пакете отошлю посылочку пупырки победителю конкурса. Так, вот такая коробочка черненькая. Внутри тоже пупырка положена. Антистресс. Вот так выглядят часики. Сейчас я их примерю. Вот тоже есть такие бирочки. Так, часики идут у нас. Часики идут. Имеется 3 циферблата. И как я читал, что они все рабочие. Вот так вот выглядят с обратной стороны. Так, сейчас подведем время. Выставим. Так. А, это секундомер.
включается секундомер. Видно? Пошла стрелка. Нажал. Секундомер выключился. А внизу тоже отчет какой-то. Таймер, наверное. Плохо видно. Перфоратор у соседей работает. Или это не у соседей, наверное, дом наш утепляет. Так. Так, сейчас установим время правильное. Оп. Время сейчас 12:33. Перескочил. Тридцать четыре уже. Все, часики идут. Ничего, браслетик такой. Сейчас примерю и посмотрю, как будут сидеть на руке. Бирочку я пока сниму. Но подарок буду дарить с бирочкой. Часы буду дарить с бирочками. И в коробочке. Для подарка хорошо. Подарочные упаковки. Часики. О, теперь вижу. Всем привет, друзья. Игорь, привет. Здорово. Троллинг, троллинг. Всем привет, друзья. Так что, друзья, кто хочет участвовать в конкурсе, ссылочка под видео. Смайл 1545. Тактические часы разыгрываются. Милости прошу. Первый розыгрыш. Вот такие часики. Часики классные. Сейчас свои часы сниму и примерю эти. Так, что тут за браслет? Браслет выставлен на маленькую руку. Мне не налезает. Как-то он регулируется. Так, каким-то образом он должен регулироваться. Ага, вот так вот поддевается, вот таким образом, и увеличивается длина ремешка. Туговато. Надо было еще ослабить. Ну, ладно. Вот таким образом. Так они смотрятся. Вроде ничего. Так что, кому интересны такие часы, ссылочка под видео. Заходите в магазин. Продавец хороший. Отвечает на все вопросы. Отправил быстро. Часы дошли из Сингапура. За две недели с лишним. Так что, кому нужны такие часики, заказывайте. Поговорю с продавцом. Может, он мне предоставит такие часы для конкурса.
Опа. А, я думал, разбит. Разбито стекло. Нет, здесь защитная пленочка. Здесь просто защитная пленочка. Вот, но я снимать ее, наверное, не буду. Так, ничего не повредилось. Часы дошли нормально. Неплохие часики для подарка. Вот. Корпус из нержавеющей стали. Оригинальные часы китайские. Оригинальные, не подделка. Собираются на заводе. Механизм, правда, японский. Все комплектующие японские. Но собираются на заводе в Китае. Часы средней категории, недорогие, но и не самые дешевые. Цена этих часов 1200, по-моему, сейчас они стоят. Да, 1200. На рубли. 1200 рублей. Вот. Ну ладно, друзья. Будем прощаться. До свидания. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но обоснуйте в комментариях, почему вам не понравилось это видео. Привет, Макар. Привет. Я не помню, ты в конкурсе участвуешь? У меня на канале конкурс. Разыгрываются часы. Я уже показывал, какие часы. Смайл 1545. Тактические часы. Но не эти часы, другие разыгрываются. Сейчас покажу, какие. Вот эти часы для победителя конкурса. Водонепроницаемые. Я уже делал испытания. Как написано, водонепроницаемость на глубину до 50 метров. Но в крайнем случае мыться в них можно. Купаться можно. По душам можно мыться. Вот эти часы после 1 ноября, после розыгрыш 16.00 1 ноября, отправиться к победителю. Ну, не обязательно нырять на большую глубину. Так, ну вот на такие часики ссылочка под видео. Буду заканчивать. Наверное, кто не подписан, участвуй. Приглашаю всех к участию. Розыгрыш будет вестись по-честному. Все по-честному. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Кому надо, подпишусь взаимно. Всего вам доброго, друзья. До свидания. До новых видео. Удачи всем. Окей. Всем спасибо.